Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и мы тут с Максиком начинаем новый влог. Будет много интересного, покупки в Wildberries, Озон, организация хранения. Все покажу, расскажу еще, будет классный аромабокс с сайта Рандеву. Итак, поехали. Такие красивучие мыльницы пришли, я прям разошлась и заказала две. Но здесь две в наборе, одна прозрачная, другая вот такая. А это у нас с вами крепится либо на стену, но я ее к машинке прикреплю, потому что на стену неудобно. Мне безумно понравилось новое мыло Faberlic Зайка. Аромат восхитительный. Я решила аж мыльницу заказать. Вообще твердое мыло терпеть не могу. В моем доме его никогда нет и не было. Но Зайка покорил, поэтому взяли мыльницу. Сейчас все будем распаковывать. Вот такая мыльница. Она с поддоном и она с двумя крючками. То есть там на Wildberries картинка. Можно эти крючки вешать в мочалку или еще что-то. Здесь самоклеющееся крепление, нужно снять пленку, но я все равно креплю моментом, потому что дети, понимаете сами. Так, вот сюда у нас по ходу дела крючки вставляются, а вот так, вот это крепление. То есть клеим к стене и вот так вот ее вешаем на это прозрачное самоклеющееся крепление. Вода с мыла стекает в поддон, который можно вытащить, ополоснуть. Ставила крючки, вот так это выглядит, то есть она будет висеть вот так, и тут два крючочка. Ну, удобненько, что-то можно привесить, да. Вот другие две, не очень красивые, очень мягкие. Это силикон, такой плотный-плотный силикон, прям вообще плотный. И он с двух сторон выпуклый, то есть на этих вот... А, и есть дырочки, то есть куда-то тоже все это дело будет стекать, где она у вас будет лежать. Не очень хорошо, лучше бы этих дырочек не было, можно скотчем заклеить, потому что я планировала положить на стиральную машинку, так и сверху кусочек мыла. Дай, Крис, вот этот пока покажу девочкам. А тебе вот этот, а мне вот этот. Вот, тебе синенький бери. Да, здесь дырочки. Вот. Но красиво, стильно, там разные цвета. И в наборе две штуки, 200 с чем-то рублей, по-моему. Или, ну, 200 с небольшим, прямо в начале где-то. Ну, классно, смотрится красиво. Все, готово. Смотрится классно. Кстати, там на момент приклеила кусочек от липучки, в общем, пленочки. Сейчас посмотрим, как это все дело будет. Вот он, зайчик наш, лежит, ждет своего часа, мыльница. Смотрится классно вот на машинке. Хочешь вот эту, пока у нас... В голубых цветах, ладно, взяла такой расцвет. Смотрите, как на камеру классно светится, да? Вообще, она смотрится очень стильно, такая мыльница. Не знаю, насколько это будет гигиенично, время покажет, но отзывы тоже очень хорошие. Так, а эту прикрепила вот сбоку машинки над ванной. Вот кончается машинка, да, и вот она мыльница. Добавила немножко момента, вот она самоклеющаяся, эта липучка уже, наверное, приклеилась. Если нам надо снять, так, куда снизу мы вдевали, значит, вверх, вот, все. Снялась, да? Если нам надо одеть, вот оделась. Но эти два крючка у меня, конечно, они, наверное, будут бесполезны. Сюда тоже кладем кусочек мыла. Зайка тоже влезает отличненько вообще. Водичку потом нам надо, если хоп, отмыла стекла. Ополоснули, промыли. Поддон вставили. Вот так. Классно, мне нравится. Слушайте, вообще здорово. Удобно. Я не стала никуда там на стену выше там крепить, потому что, во-первых, ремонт еще будет, а во-вторых, это неудобно. Раковины у нас пока в ванной нет, да, а помыть руки удобнее всего, вот когда мыло будет лежать вот здесь. Можно класть еще сюда. Можно класть губки сюда, то есть вообще без проблем. Можно класть губки и сюда, то есть вот размер, если вот стандартно, у меня губка, которую я ванну чищу, тоже можно класть. То есть влезает. Я смотрела по размерам специально, потому что Зайка он широкий, и мыльница маленькая совсем, мне бы не подошла. Да, поэтому вот как душе угодно. Шла, что туда повешу, с глаз долой, сердце вон, оп, и вот эту варежку. Смотрите, как здорово. Хоп. Все тут висит, да, ванна не достает как раз хорошо. Вот все тут висит, как бы невидненько, здорово, красиво. Девчонки, пришел еще классный аромабокс от Рандеву. Это у нас с вами аналоги Baccarat Rouge. Копии, аналоги, не знаю, потому что здесь много парфюмов, которые очень похожи на оригинал. Почему заказала именно этот аромабокс, сейчас покажу все поближе. Потому что аромат достаточно спорный, я не могу понять, нравится он мне или не нравится. Иногда мне его слышать приятно, как многие сказали, это бинты. У меня была первая ассоциация йод, работа, пахнет работой. Но заметила одну такую тонкость, вот как его наносить. Если его распылять воздух облаком, да, и вставать под это облако, то, как писали многие девчонки, он звучит действительно таким согревающим теплым ароматом, с нотками глинтвейна,
и чего-то вот такого вот похожего, да? Вот именно облаком. Но если я его пшикаю на себя, на одежду сразу или на кожу, то да, я сразу ощущаю бинты и йод. А когда облаком, то он окутывает вот этой вот сладостью, пряностью. Очень интересно звучит, раскрывается аромат, но мне нравится, как он шлейфит. Из шлейфа уходят вот эти вот медицинские, скажем так, нотки, и остается одна приятность. Поэтому мне нравится, я взяла такой аромабокс, потестировать аналоги, поносить на себе, уже все потестировала, сейчас расскажу. Выглядит аромабокс, называется он, видите, да, как? Здесь 8 похожих ароматов, я бы даже сказала, полных копий. Как всегда, ссылку вам оставляю под видео, промокод на покупочки в рандеву тоже оставляю 10%, пользуйтесь, пожалуйста. Так, первый аромат. Я не буду вам зачитывать, потому что можно сломать язык. Некоторые из них на слуху, и один даже у нас с вами, смотрите, по-русски. Так, первый аромат очень-очень сильно похож. И второй тоже аджмал. Вот прям очень сильно. И он более насыщенный, чем первый. Первый послабее. Вот тоже начало, прям я думала, вот что это оно не отличить. Так, третий аромат у нас с вами немножко послабее. Есть в нем какая-то сладинка. Четвертый тоже очень похож, потому что это бакарат, да? Пятый, Монсера. А здесь начало немножко другое, вот тоже есть какая-то сладость. И не бьют в нос вот эти бинты. Вот кто ищет аналог 540-го аромата, но не любит вот это вот начало, вот можно рассмотреть вот этот аромат, да, Нарана. То же самое, есть какая-то сладость, вот даже вот в этом аромате, да, Монсера, я чувствую пудру. И в последнем аромате, Ла Франгас, я тоже чувствую пудру. То есть они мне даже больше нравятся, чем оригинал, вот эти два аромата, Монсера и Ла Фрагранс. Во, выговорила, хрустальный янтарь. Нарана и Париж очень похожи по первоначальным ноткам, но опять в Наране есть какая-то свежесть, а Париж в Old Luxury очень похож, сильно прям. Но больше всего на оригинал похож первый аромат, вот этот, второй, ну, естественно, четвертый и Париж. А так у них у всех безумно похожая база, звучание, но есть какие-то вот другие нотки присутствуют. Где есть немножко пудры и сладинки, мне прям понравились больше всего. Они очень приятненькие. Покупочки Wildberries собрала. Так, это у нас с вами носки 200 с небольшим рублей, по-моему, 20 с чем-то пар. Вообще очень дешево. Хочу сказать, носки-то неплохие, да, тут по 3 пары в стопке, то есть получается 4жды, 3, 2, а 12. 12 у нас с вами пар получается. Достаточно теплые, хорошие, обычные такие носочки. Класс, и мне, и Ксюхе подойдет. На любой цвет вообще, как говорится. Так, дальше. Дальше у нас с вами организация хранения. Я показывала уже девчонкам в Телеграм, что хочу заказать. И показывала сиреневую коллекцию. Вот таких вот органайзеров. Сиреневые я все-таки не стала брать, хотя они подходят. Но под саму полку подходят больше вот эти. Это в зал под телевизор. Я взяла пока на пробу один. Посмотреть, как он будет смотреться. Маленький. Они не сильно дорогие, по 200 с чем-то рублей. И маленькие, большие можно найти, смотря какая расцветка. Сиреневые почему-то самые дорогие. И он здесь у нас с вами на молнии собирается. Я не стала брать коробку. Я вскрывала на пункте выдачи, проверяла. Потому что видела... В отзывах некоторые приходят вот с оторванной молнией и так далее. Сейчас соберу, покажу. Так, дальше бумажные коробки на стенку, в шкаф-купе и так далее. На Ксюшин шкаф, туда белые подойдут. Вот эти тоже сиреневые взяла, не знаю, куда приспособлю. В общем, здесь их сколько? 2. Размер 15 на 18 на 27. Их надо собирать самим, соберу, тоже покажу. Здесь их 2, 180 рублей, по-моему, стоили. Так. А, вот, наверное, вот этот, может, штрих-код надо, чтобы на Wildberries попасть, да? А может быть и вот этот. Просите оставлять ссылки, просто не всегда на это есть время, не всегда этот товар уже есть в наличии, поэтому смотрите по штрих-кодам. Так, и вот такие вот обычные белые, здесь 8 штук. Такой же размер, по-моему, если они... 33 на 25 на 18. Это большие коробки, то есть достаточно вместительные. Я замерила по высоте, они как раз в детскую на Ксюшин шкаф подходят. Тоже вот, смотрите, это не код товара, но штрих-код наверняка по нему. Можно попасть на товар, да? Наверное. Вот, и они обычные белые. Тоже соберу, покажу. Здесь их целых 8 штук, и они стоили 507 рублей. Собрала эту коробочку, эту по одной. Очень легко, кстати, собирать. Здесь крышечка. Собирается легко очень, все нормально. А внутри дна нет, то есть в серых коробках еще есть, я сейчас покажу. То есть вот так собирается дно, мы сюда что-то складываем.
Все симпатично, все очень просто собирается, прям вот одну минуту буквально. Размер большой, то есть вот эти коробочки, они большие. Здесь можно обувь хранить, несколько пар влезет. Можно и шапки зимние, там шарфы складывать, перчатки. Все что угодно. Белые коробочки хорошенькие, большие. Так, дальше у нас с вами вот такая коробочка. Давайте ее теперь посмотрим. Здесь суть абсолютно та же самая была. Мы ее уже игрушками заполнили, тут трек у нас. Но там внутри еще дно. То есть обычная серая под цвет коробки картоночка. Вон она, номер на ней написан. То есть сверху вот этого вот собранного дна еще опускается вот так картоночка. И здесь, мне кажется, он поплотнее немного, картон в серых. Тут тоненький прям совсем, да, видите, тоненький. Но, тем не менее, не прочная. А у меня уже в такой коробке, это я вторую собрала белую, посидела Крис, покаталась в ней. Да, она не, слегка мнется, но как бы форму свою держит, ничего, все нормально. Так, а вот у нас сюда как раз наш трек влез. Я сейчас буду все расставлять, организовывать хранение. Покажу вам до, покажу вам после. Ну, по телевизору там до практически нечего показывать. По поводу вот этого контейнера, вот залома, вот на крышке, видите, белеют. Он моющийся, он полупрозрачный. Там были и непрозрачные. А некоторые из них называются как контейнеры органайзера для ванны, потому что он моющийся, да? Молния все равно мокнет. Здесь ручки с двух сторон тоже, игрушки положили. И в процессе транспортировки тоже читала в отзывах, когда выбирала жалобы. То есть вот здесь такой залом. Видите, это треснутая, получается, треснутая. Одна сторона и вторая тоже. Но они их так транспортируют, поэтому по-другому никак. Видите, они их заламывают, таким образом складывают. Типа так и должно быть. Наверное, вот так все-таки. Вот, я сюда сложила уже игрушки. Почему я хотела именно с молнией? Потому что Крис берет все ящики, вываливает на пол и не играет. А я ей как бы буду дозированно открывать. Она пока, ну, может, конечно, сообразить, как открыть молнию, но далеко не всегда. То есть она достает, будешь играть? Да, давай играть один, достанем, поиграем, уберем, достанем другой. Поэтому я сейчас, скорее всего, закажу такой же еще побольше. Он тоже классный, я уже проверила, посмотрела, смотрится под телевизором, подходит. Когда все подходит, смотрится очень гармонично. Под шторы рисунок подходит, очень. Его особенно не видно. У нас тут мелкие всякие игрушки. Сейчас закажу, наверное, еще такой большой. Он, мне кажется, как два вот таких, а может быть, как три. И высоту 15 сантиметров они, получается, я выбирала. Но у меня по телевизору вот эти 18,5 тоже влезли. И, а я выбирала пятнашечки. Вот. Так что здорово. Под мою кухню тоже эти коробки очень подходят. Но у меня вроде все влезает. Мне ничего не нужно туда прятать. Ну, а так можно. Вполне себе. 8 коробок. А, здесь, кстати, с двух сторон есть ручки. А на серых нет ручек. Вот. По размеру. Так, можно их, кстати, ручками вперед несколько штук поставить. А можно вот так две. И тоже что-то хранить. Типа антресоли. Так, кстати, нет. Они длиннее, чем мои полки. Поэтому вот так можно тоже две коробочки поставить и что-то туда складывать такое интересненькое. Можно, допустим, туда запасные полотенчики, тряпочки все туда сложить. Что-то такое сухенькое, да, чтобы коробку не повреждало. Показываю, да, у нас здесь стояли фаберликовские маленькие контейнеры с игрушками. И стоял один пластиковый. Сейчас мы все организуем и покажу, как получится. Это под телевизор. Ну и, собственно говоря, после. Что сделала? Там у нас такая лежанка для кота есть. Это плед я вязала давно еще Ксюшке, беременная. Здесь игрушки. Даже не знаю, может, не буду больше заказывать такой ящик, посмотрю. Подушка моя массажная. Так, здесь две коробочки. Одна с конструктором. В этой коробочке, ну, с дорогой, с треком. В этой коробочке, да, малыш, очки и ободки наши. Летние очки. И в этой коробочке у нас, у меня лежит мой магнит, алмак и массажер. Вот. И вот так вот как бы все теперь аккуратненько, все здорово. Сейчас идем в детскую. Ну, собственно говоря, я хочу вот туда эти коробки все разложить по коробкам. Там много-много всего наставлено, на самом деле, за вещами еще. Сейчас все разложу и покажу. Еще хочу вот на эту полку сейчас посмотрю, влезет, не влезет. Тут Ксюшка пихает вообще все, что не попадя. Мне хочется это как-то организовать тоже. Но если не влезет, в любом случае можно убрать, наверное, в коробочку и наверх. Вот. Тут игрушек тьма, а там вот ее всякие личные вещи. Она пихает, чтобы Кристина не достала. Так, ну и, собственно говоря, до. Вот другое дело. Коробочка хорошо встала, практически в размер. Там Ксюшкины две книжки. И все. Классно, аккуратненько. Так, теперь лезем наверх. Вообще, мне прям нравится. Я вошла во вкус. Сейчас разбирать буду антресоль. Разобрала все документы. Они сзади такой коробочки. Как раз две коробочки влезают на полку, стоят. А это аптечка.
Прекрасно. Все вмещается замечательно. Размер коробок суперский. Прям супер-супер классно. Мне очень нравится. Ну, говоря, все. Я тут вошла во вкус, разобрала антресоль. Там бог знает, что было. И мне что-то хочется еще, коробочек не хватает. Все заняла здесь. Сюда парочку поставила на антресоль. Сейчас покажу. У меня машинка швейная стоит, пледики, черно-белая коробочка. Там огромная коробка из-под памперсов. В нее сложил одежду, которая еще велика Крестюша, но уже мала Ксюша. А вот в этой коробочке всякие мелочи, провода, там всякая ерунда. А в черной коробочке ингалятор, небулайзер, который... Так, ну что, ну в принципе все, пледики там лежат, а до этого у меня тут, господи, что у меня тут творилось, это вообще дурдом. А в белых коробочках карнавальные костюмы, Ксюшкина с выступлений на танцы ходила, новогодних костюмов у нас очень много карнавальных лежат, они их на Новый год одевают, и в одной тоже какие-то вещички там, которые еще велики Крис и малы Ксюша. В общем, разобрала. У меня следующим этапом будет вот этот отдел разобрать. Ну, отдел с одежды тоже. Поэтому я, скорее всего, еще коробочек, наверное, прикуплю. Мне не хватило. Что хочу сказать, что места освободилось очень много. Там за этими коробками еще есть место. То есть их можно даже в два ряда ставить. Места освободилось очень много. Все компактно, все здорово, замечательно. И одежду в таких коробках тоже хранить здорово, на самом деле. А эргономично. Складываешь, и красота. Ну все, мои хорошие, на этой радостной ноте я буду влог заканчивать. Я люблю, целую, всем пока-пока.